Матч открывает Санина Вероника по второму счету. Это финал чемпионата России по стрельбе из лука. Рязанка Вероника Санина соревнуется с чемпионкой мира Натальей Андреевой. Соревнования эти для нашей землячки непростые. Боролась и в отборочных, и в полуфинале. Под конец волнение все же взяло верх. Как результат – серебро чемпионата. Вероника Санина занимается стрельбой из лука 10 лет. В детстве посещала многие кружки, закрепилась на лыжах. А когда рядом с клубом открылась секция стрельбы из лука, то заглянула туда. Мои первые всероссийские соревнования – это были «Надежды России». В 2013 году там я выполнила мастера спорта. Надо дальше. Вот. Потом где-то через год я поехала на первенство России в Таганрог. Там я выиграла это первенство России. И меня уже начали брать на сборы. То есть рассматривать меня на какие-то международные соревнования. Однако один раз Вероника все же решила бросить стрельбу. Но уже через неделю поняла, что скучает. Вернулась в клуб и классический лук заменила на блочный. Уже с ним выиграла и чемпионат Европы, и заняла призовое место на чемпионате мира. Медалей и кубков у девушки хватает. Определенно здесь, наверное, очень много играет ее характер, потому что очень волевой, боевой характер у девочки. Ну и она очень давно уже у меня занимается. Тренер Екатерина Маркова всегда поддерживает и помогает спортсменке. И вместе они стараются усвоить ошибки чемпионатов и исправить их. После последнего Вероника тренируется и совершенствуется. 23 марта спортсменка поедет в Алушту, где пройдет кубок и чемпионат России по стрельбе из лука. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».